ночная Италия на проводе. Радио играет в доме всегда. Даже когда я ухожу, и ночью тоже играет радио, только опускается волюмы, громкость. Саша в своей комнате хорошо убрала. У меня вот там остался один, куда мне надо там залезть, у меня остался вот этот вот угол за дверью. У меня даже, кстати, есть вот эти вот такие маленькие, вот куда я их положила, колышки, на которые, знаете, антенну вот так вот стучишь и по краю ее типа приделаешь, чтобы она не висела вот так вот. У меня там одно место только вот это вот осталось. И все. Ну, вот коврик она не хочет, но я ее понимаю, потому что за ковром, конечно, надо ухаживать. А, ну, типа пылесосить его там, это, а что там, тряпкой прошелся, подмел, да и все. Я включаю вот такую вот штучку, сейчас я буду на ней жарить рыбку, пока я в своей комнате. Думала, так все это быстро получится. И, кстати, многие... А что не горим? Кстати, многие писали, говорят, Марина, вы когда купите шкаф, говорит, вы потом останетесь в восторге, говорит, у вас столько туда войдет вещей, говорит, и будет еще и свободно. А что? Не понял. А, не стояла до конца. Так. Органайзеры называются, правильно, девочки в комментах написали, называются органайзеры, чтобы под кровать сложить, чтобы там пылюку не собирать. Органайзеры. Вот погода сегодня солнечная. Я и одеяло постирала, и это. Там, конечно, у меня, сейчас я вам потом покажу, у меня лежит в кровати, ну, в кровать пришлось сложить вот эти вот брюки от Роберто Кавалли, которые я нафиг не хожу, я в них уже не влазю со своим пузом. Рука не поднимается, их выкидывать, раритет, им 20 лет уже, 20, если, ну сколько, ну да. Рыбку ополаскиваю и ложу полностью ее на этот самый, на маленькие огонечки ее. Я ни лимон вовнутрь не ложу, ничего. Так вот просто посолила сверху, посолила снизу. И все. Не любят они, что могу делать. На маленький не ставим, мы никуда не спешим. Я сегодня сбегала, меня очень рано бегала по делам, вообще прям это, аж голова немножко. Так, все, ставлю рыбку и оставляю ее, оставляю рыбешечку, пусть она потихонечку доделывается. Ох, на какие, смотрите. Так, что так. У нас здесь? Это ж я забрала с той комнаты игрушки новогодние. Вообще я игрушки новогодние. Вот хочу вот эти вот органайзеры, чтобы это было все видно. Потому что эта коробка не влезет, естественно, в кровать. Чтобы не поднимать их наверх, не лазить поверх. Вот я сейчас разбираю. У меня там куча носков надо разобрать, которые на выброс, которые это. Потому что девчонки эти на выброс носки бросили. Ну, блин, мне жалко, надо посмотреть. Здесь у меня вот так вот получается. Сестра мне предложила, говорит, Марин, ты, говорит, свои эти самые, говорит, коврички, говорит, сложи все в кровать. И вот все, коврички в кровати, у меня подушки, на них надо новые наволочки, машинка для сушки ногтей, она в хорошем состоянии работает, вот там вот у меня пакет желтый лежит, вот это все, брюки, которые я не ношу, ну, мне, блин, жалко выкинуть. Все, здесь, сюда надо сейчас еще одну коробку принести с обувью. Так, и все, что, у меня там постиранные все одеяла лежат наверху, их тоже надо снять и положить в кровать, но они у меня останутся наверху, потому что у меня сейчас нет вот этих вот хороших пакетов, чтобы они здесь не набирали пыль, потому что, девочки, кровать очень низкая, я не знаю, как там будет, как я буду мыть там, я без понятия вообще просто, а двигать ее, когда она еще будет полная, вообще никому фло. Велики заберут, я говорила, потому что я читала комментарии. Фу, воняет велики. Сейчас вот эту вот обувь тоже надо собрать в коробку и тоже убрать. Но нет вот этих органайзеров, понимаете? Пока у меня не будет, вот там вот шкафчиков в коридор под обувь. В общем, все, что я разбираюсь. И там тоже женщина посоветовала. Там одна женщина тоже посоветовала, говорит, Марин, не покупайтесь, только комода, говорит. Но я сама понимаю, не заставляйте комнату. Знаете, что я это сама... Многие писали, говорят, вот под телек просится прям комод, комодище, да, ну, типа, красивый комодик. Зачем вы отдавали Клеопатре свою полку? Она бы сейчас пригодилась. Я же уже рассказывала, что, во-первых, эта полка, она очень, она нефункциональна, если у вас такая маленькая квартира, еще и с кроватью. У вас там на полку я не могу даже поставить, но поставлю я там, ну, какую-то там, допустим, свои игрушечки, да, вот эти вот, своих валентинок я поставлю. Там прыгать будут кошки, собираться будет пыль, и все, я не могу ни цветок туда поставить, ничего, потому что у меня кошки активные очень, понимаете? Вот, хорошие носки, что они их выкидывать собрались? Вот видите, мне нужно тоже вот здесь какой-то этот самый, чтобы сложить туда носки, которые они не носят, а я ношу, что ж я буду хорошие носки выкидывать. Хотя с другой стороны, Клеопатре отдам.
В общем, как-то так. Я, если IKEA откроется, я понимаю, что нужно покупать все в одном стиле, да, типа, чтобы комодики были более-менее между собой похожи. Допустим, там тумбочка, там мне девчонки многие в Инстаграме скинули комодики такие высокие, чтобы поставить ее, его вот туда вот к окошку. И также многие написали, что там будет хорошо торшер. Ну, я не знаю, я торшер... Может быть, я что-нибудь такое бы нашла бы, может, там прикрепить на стенку какие-то красивые светильнички. Боже, вот пылюка лететь от этих носков. Боже, сколько носков хороших. Чего ж они их повыкидывали все? Не хотят носить. Посмотрите, хороший носок. Не дырявый, ничего, снежный, новогодний. Чего, куда выкидывать? Не хочу. Я просто не ношу длинные носки. Я ношу все время слитки или ношу короткий носок. Я не ношу длинные носки, они мне мешают. Но эти я точно выкидывать не буду. Мои чулки, видите? Чулочная Марина женщина была. Сейчас все. Тоже хорошие носочки. Нету вот комода моего, чтобы я туда носки бросила бы там и все, понимаете. Но все равно сейчас уже занялась. Вот Левис, зачем они Левис выкинули? Где второй такой носок? Чемпион здесь. Здесь, короче, надо разбираться. В общем, я сижу, там еще кошки успели поспать в этом. Вчера привозил песок, я говорю, слушай, я говорю, Лоренцо, ну как же с кошками? Я говорю, у меня кошки просто капец. Он говорит, Маринка, ничего не могу сделать. Ждем 3 числа. Ты будешь у меня первая, я помечу, что ты написала, что это самое, ну, что типа ты мне дала сигнал, что надо кошек там приводить в порядок, говорит, потому что все, говорит, мы остановились. Такие вот следочки я ношу, видите, я их и протираю. Что я только в таких следочках ношу, я только в таких следочках хожу. Все, я сейчас разберу то, что Клеопатри, то, что на выброс. Сейчас я это все синтетику туда. Носки, блин, хорошие, жалко. Что, навыкинуть. Вчера столько коробок много вынесли, а сегодня будет оно все стоять до следующей субботы. Надо ковер будет хорошо вычистить. Так, ну что, вот эти носочки, я пару носочков оставляю. Мне надо их куда-то положить, а остальные все, которые беспарные, на выброс. Погода сегодня шикарная, все прям стираются. Но вчера было холодно, и дома было холодно. Потом батареи включили, классно стало. Ладно, девчонки, чтобы вас не занимать, что мне делать зимней обуви? Я ее, в принципе-то, и не ношу. Куда вот не был бы какая-то коробочка невысокая, я бы ее в кровать бы убрала. Вот такая у меня получается ребёнка. Что-то я расстроилась. По-моему, у меня сел коврик. Я не могу понять. Я его вроде стирала нормально. Или он был такой. Надо посмотреть видосы старые. Что-то я не могу понять. Неужели у меня коврик сел? Саша попросила картошку фри. Говорит, я не хочу пирожку. Девчонки, смотрите, как у меня уже получается симпатичненько. Я разбираю все. Сейчас еще контейнеры добавятся сюда. Видите, как аккуратненько. Если бы они были все одинаковенькие, было бы вообще большой кардосик. Туда все фотки поставлю под низ, все документы сложу. Вот. Видите, вот пакеты, которые лежат для мусора, вот эти вот, они специальные, ну, из бумаги, чтобы бумагу выкидывать. Неугомонная. Значит, буду разбирать здесь все, чтобы не было тяжелое. Так, это носки нормальные. Плющи столько будет, наверное. Но, в общем, все равно хорошо получается. Более-менее то, что не надо. Даже еще пусто. Сейчас вешалочки надо какой-то этот. Ну, мне единственное, что у меня на лето сюда войдут одеяло. У меня войдет мое вот это одеяло. Обалденно теплое, легкое. Блин, я обалдею просто от этого одеяла. Спасибо огромное за подарок. И я возьму такой же, еще один, только в розочках, чтобы менять раз в месяц. Ну, типа, месяц поспал, поменял на другое, чтобы, ну, понятное дело, но без покрывалок, чтобы пыль не забивалась. Можно стирать в машинке на 40 градусов без центрофуги, по-моему. Так, ну что, все подходит к концу потихонечку. Потихонечку сейчас закончу. Что у нас там с рыбкой? Видите, здесь у меня уже все вот это вот на выброс коробки. Сашурка, комбайн Сашке надо от пыли протереть его хорошо. София мне подарок купила уже на Новый год. Хорошо, Саша, чистенько, молодец она. Сейчас там только ей осталось разобраться на этом, что у нее на диванчике. Сейчас фотки перетащу, которые не надо. Сумку заберу оттуда. Поставлю тоже все в этот
Я все сейчас закончу здесь делать. Я все сделала. Симону по барабану. Открыта кровать, закрыта кровать. Симону по барабану. Вообще просто по барабану. Он, короче, со мной же спит морда к морде. И он просто вообще без меня не может. Ему вообще пофиг. Открыли кровать, закрыли. Слушайте, девочки. Сказать, что я прям вот рада, как я все сделала, прям довольна, ну, ничего не сказать. В том плане, что, конечно, я не до... ну, как, я довольна, но можно было бы и лучше. Конечно, когда будут комоды или будет стеллаж вот около окошка стоять побольше, туда, наверное, ну, кое-что уберется, потому что здесь, в принципе, чтобы вот навыкинуть с этой кровати, из-под кровати, здесь нету. То есть здесь вот лежит то, что надо, прям вот здесь. Но... некоторые вещи еще разберутся в том плане, что, допустим, вот те вот рамочки с фотографиями, они разберутся. Вот это вот одеяло одно, которое, вот подушки остались, на них надо купить красивые наволочки. Вот эти вот одеяло кошачье, оно одно. Я его сюда положила, чтобы потом не лазить в шкаф наверх. Елку завтра мы достанем, наверное, елку мы завтра поставим. Вот, ну, в принципе, все чистенько, самое главное. Контейнеры эти у меня еще свободные. Один занят. Я, конечно, еще потом все равно немножечко потом переложу. Но не сейчас. Сейчас уже сделано дело. Что, Симон, офигел? От кровати. Да, одеяло большое. Написали, ого, какое большое. Это одеяло покрывало, девочки. Одеяло покрывало, поэтому оно в такую сторону. Можно закрывать окна. Кстати, сейчас я вам покажу, если я не выбросила. Эта штора сейчас нравится, не знаю, что она вам не нравится. Она такая как раз зимняя, такая, знаете, здесь какой-то узорчик есть. Нормально, пусть пока висит. Главное, что чисто и чистые окна. Мастер еще не звонил за розетки, я не знаю, когда он появится. Что вам хотела сказать я? Маша, что-то ты разбегалась. Здесь практически все разобрала, как хочу, но опять же не хватает комодиков. Постельное белье и покрывало я все равно оставила здесь, потому что Саша ими пользуется, чтобы мне было тяжело открывать кровать. Ну, в общем, пока что вот так вот на сегодняшний день. В принципе, неплохо. Сюда люстрочку, комодики, все поприбежали, все ко мне. Все, что ты? Единственное, что, знаете, я сложила вот документы все в один. Говорю, Саша, там София выкидывала, говорю, у нее была такая папка с прозрачными листами, толстая папка. Я говорю, где она? Она говорит, я ей пользуюсь. А что тебе надо? Я говорю, мне нужна вот эта вот папка с листиками. Она говорит, сколько листиков? Я говорю, мне нужна прям папка с листами. Она говорит, ну я пользуюсь. Я говорю, ну хорошо, я говорю, сейчас выйду, если открыт, потому что сегодня, наверное, во второй половине дня закрыт магазин, вот этот вот книжный, там те листочки, ручки продают. Говорю, я тогда говорю, не надо, я тогда зайду, куплю огромную папку, и в эту папку я эти листики повставляю, чтобы я видела, что за листики, потому что листик оттуда, листик отсюда, ни хрена, блин, не разберешь, где какой листик. И очень много фотографий я вынула с рамочек, у меня там есть пустые альбомы, и надо просто какой-то вечер, уже сегодня не хочу я это самое, нужно просто расклеить эти фотки, вклеить в альбомы. И будет тоже шикардос. Они будут все в альбомчиках, альбомчики в одном месте. Ну, куда ты лезешь, Маша? Зачем ты туда лезешь? А? Ты хочешь в корзинку спать, в корзинке будешь? Велики не воняют. Там я читала комментарии. Фу, велики воняют. Что они воняют? Не воняют. 8. Что ты, Машуля? А? Ноги какие длинные, как у Альбины Свяреджа, ноги длинные. Но Альбина была намного симпатичнее, да, Алиш? Что по плану? По плану мне сейчас загрузить машинку, посудомойку. Недовольна я вот этими документами. Что-то я надо... Я просто мне вчера лень была, честно. Вчера ни черта не хотела делать, честно. Поленилась, лень вперед меня родила вчера. А так у меня все чисто. Я хорошо очень вычистила коврик, он мне очень нравится. Просто что я хотела подлиннее прям туда, чтобы он... И здесь пока игрушки у меня стоят, мы разберемся на днях с елкой. Я думаю, что вот эти игрушки, их вообще можно будет убрать туда наверх, потому что вот этими игрушками мы пользоваться не будем, потому что на розовую елку игрушки есть у Александры, она покупала. Коробка стоит, вот это вот на выброс, или Клеопатре отдать. Здесь тоже все разобрала, но здесь плинтуса будут сниматься, будет перекрашиваться стенка. Лампочка здесь осталась, моя корзинка будет стоять это наверху, потому что это маленькие стройматериалы, которые у меня есть, и пока она будет стоять там, другого места я ее не нашла.
Ее, может быть, просто развернуть вот так вот, чтобы она стояла посимпатичнее. Смотрите, вот эта вот елка, которую мы брали в том году. Кстати, сейчас я буду тапочки свои стирать с тряпочками. Вот эта вот елка, которую мы брали в том году, я покупала в том или позапрошлом. Она, девчонки, стоила со сконтом, маленькая, симпатичная. На ней, видите, уже есть фонарики, поэтому игрушки на нее вешать не надо. Но она, девочки, неудачная. Вот эта вот елка, она неудачная. То есть вот эта елка, чем она неудачная? Вот такие вот елки, их, девчонки, классно ставить на витрину. Сейчас я елку показываю. Вот эти елки, девчонки, классно ставить на витрину. Вот у кого магазин, кафешки, да, там, но в основном у кого магазины. Вот такие вот елки поставил, чтобы вот когда человек идет, он елочку увидел, все симпатично в этом магазине Новый год. Но вот так вот в квартире, когда она мигает и она не переключается, этот стробоскоп постоянный, это очень неудобно. Я, Саша говорит, я хочу елку сюда, вот эту она хотела изначально, вот эту маленькую елочку. Видите, опять документы гуляют у меня везде эти документы, пока я их не соберу. Я ей говорю, ну, я вообще эту думала поставить вот сюда, вот в коридор, она какой-то там придает, там, Новый год пришел и к нам, вот. Говорю, ну, для квартиры она очень устает от нее глаз. То есть, вот она елка, то есть, она по цене была удачная, там она стоила какие-то копейки по сравнению с другими елками. Но это вариант витрины. Это все-таки вариант не квартиры. Что, я сейчас запущу машинку с тряпочками, с тапочками со своими, это по-любому. И начну загружать посудомойку и запущу посудомойку. Все. Так, я хотела вам показать. А я, наверное, выбросила. Что доставать из мусорки? Смотрите, вот я покупала вот такие вот подушки. Ну, это, типа, только здесь разная фантазия, да, вот у меня в комнате лежит. В этот набор к подушкам входят вот такие вот шторы розовые, вот выписали, перебор будет. И вот такое вот одеяло, то есть, видите, оно все одинаковое. Как у меня подушки, такие же шторы, просто здесь не показано шторы со стороны, боже, какой у меня какие ногти. То есть, с верхней стороны тоже идет, как типа, блесточками. Такая же подушка я покрывала, а вы говорили, перебор будет розовый. То есть, в принципе, можно попробовать заказать розовые шторы, вот такие вот, и повесить. Они будут очень хорошо перекликаться с подушками. Видите, тут тоже кровать в светлых тонах. И мне кто-то на Инстаграме тоже сбрасывал фотку, и там тоже розовая кровать и фиолетовые такие, не ярко-фиолетовые шторы. Переключаемся, перед тем, как побегу в магазин, я сейчас быстренько пошучу здесь с посудомоечкой. Мне уже окна здесь. У меня окно закрыто в моей комнате, но оно чуть-чуть приоткрыто. Чуть-чуть. Все, видите, мы на сегодня разобрались. Я читала комментарий, что, конечно, просится ковер к Саше в комнате. И этот ковер даже, который у меня вот лежит сейчас в комнате, да, который был изначально в моей комнате, потом я девчонкам отдала. Вот, я понимаю, девчонки, что, как вы пишете, ногам теплее, там, за ним, понимаете, его надо пылесосить. Естественно, пылесосить, ну, хотя бы раз в два дня. Лень. Поэтому, так, я документы сейчас, кстати, все туда уберу, где у меня все документы лежат, пока я... У меня есть вот эти вот штучки прозрачные, но у меня нет самой этой штукенции. В общем, короче, я думаю, что там еще из-под кровати куча всего вылезет. Куча всего залезет куда надо. Разберемся мы с кроватью. Сейчас я поставлю посудомойку. Вообще у нас машинкой занимается сюда Александра. Ну, сегодня говорит, я ничего, у меня тоже бывают дни, что я не хочу ничего делать, поэтому я даже никогда не напрягаю, когда, если она говорит, я ничего не хочу, я говорю, я тоже ничего не хочу. Бывают такие дни, что ничего не хочу. Так, здесь место есть. Загружу машиночку. Ну, все помоется. Саша вечером разгрузит. Я терпеть не могу, когда она мне вот такие бокалы ложит в раковину. Ну, я боюсь, что она лопнет. Ну как, не то, что боюсь, посуда бьется на счастье, но просто жалко, я только покупала в Икее. Кстати, можно было взять дешевле, но оно ж хочется, чтобы было все прекрасно. Только вот стою и думаю, вот сколько этих бумажек, этих какашек, хоть бы открыли нас уже, чтобы можно было действительно
подъехать в эту Икею и посмотреть на. Я примерно приблизительно знаю, какие там комодики. То есть я видела, я их показывала, снимала, которые мне нравились, которые мне хотелось бы. Один такой комодик. Сказка. Торшер. Ну, не знаю, мне кажется, торшер для комуха. Не свистит он там. Не знаю почему. А что, не влазит кастрюля? А что? А, как это? А куда ее? Только это у меня все влазит. Ты что, Марина, у вас все прекрасно влазит и влазит. Что мы на себя наговариваем постоянно? А мне мама говорит, что ты постоянно на себя наговариваешь? Все прекрасно. О, боже, мама, бедная ты. Как ты со мной справлялась в юном возрасте? Она говорит, нормально справлялась. Говорит, да ну я такое чудила. Она... Все нормально, не наговаривай на себя. Так, все. Делов-то. Что у нас осталось? У нас осталось поставить тапочки в стирку. Тряпочки половые, и то их немного в этот раз. Включить батарейки к вечеру и кайфануть. Еще бы если бы была пижамка красивая, новенькая, была бы вообще шикардос. И кайфануть, Марина Владимировна, отдыхать, и так много сделала. Но я сейчас все равно лягу, сейчас я буду шифровать по поводу вот это, куда это, куда то. Нормально уже, нормально вырисовывается. У меня в кровати вообще ничего лишнего, единственное, мой компьютер старый, переносной, типа ноутбук, потом, который не работает. И колонки такие маленькие от компьютера, они новые, они работают. И машинка для ногтей, которая, кажется, она хорошо рыбку поели очень. И машинка для ногтей, которой не пользуемся, но я включила, она работает. Отдавать ее тоже Клеопатра не хочу. Я просто не знаю, этой машинке, которая для гелевых ногтей, ей можно обыкновенные ногти сушить. Или нет. Все, здесь помыла, сейчас документы все унесу. Положу со всеми вместе. Чуть позже выйду, пока закрыто. Они с 4 открываются. Если будет открыт магазин. Но я думаю, что сегодня будет закрыт. Организую документики. И будет кому плохо. Так. Для гаварочной поверхности это самое мощное средство. Брала его на Амазоне. Я все брала на Амазоне. Все, что есть. И вот это мне многие спрашивают, где купить прищепки, которые на, у вас на одеяло. На Амазоне, на Амазоне. Я все брала на, Амазоне. Амазон вообще в этом году, Амазон просто рулит, просто. Единственное, что они так пакуют, у них огромная коробка, очень много бумаги, даже для самого маленького объекта, понимаете? А потом эта бумага вся стоит в этом, в коридоре. Я там одну коробку вынесла, я ее поставлю в коридоре, в подвале. Я ее дома держать не буду, у меня места нет. Еще надо Сашин компьютер притащить, этот комбайн притащить. Я вообще его не хотела ставить на холодильник, я хотела полку над холодильником 60 сантиметров и сверху комбайн. Ну, такими путями, как у меня ремонт делает, правильно там женщина написала, пока доделает, по-моему, надо все будет красить. Да нет, нормально, нормально, все уже вырисовывается, конечно, но хочется все и сразу. И за рыбу я читала, что рыба дорогая, говорит, наверное, потому что свежая. Еще этот магазин, он один здесь на район, то есть вот этот рыбный магазин, он один на район. Они, конечно, там как хабалки стоят, знаете, у них это семейный бизнес, там и мальчик, и папа, и невестка, и все, боже, они орут, орут, недорого, я говорю, вот сколько рыба, недорого, недорого, нифига себе, рыба, ну захотел ребенок рыбу, что я ей рыбку не куплю, дорого, конечно, дорого, что делать, хоть рыбу поел человек, вообще ничего есть не хочет. Все, я сейчас соберусь, я схожу в магаз, подкуплю что-нибудь. Все равно в моем магазине нет привоза сегодня. Но все равно я вчера много привезла, там вот и яблоки, и то, и все.
Лена, когда с Мишей приезжали, дарили вот такие вот с янтарем эти. И нет маленьких гвоздиков, а мне нужны маленькие гвоздики, чтобы повесить их там, где вот Димины картины висят, и посередине повесить одну такую, типа вот такую, типа, ну, в ряд, под низом. Видите, из янтаря, этот янтарь сделан, она привозила с России. Вот. И нет маленьких гвоздиков. Я у Клеопатры спросила, говорю, есть гвоздики маленькие? Она, нет, как у меня все есть, у нее нету. А это я когда сейчас все собираю, и аж до того, когда все опять по новой не достану, не буду, это все документы, это все, все на разобрать, все на разобрать. Ой. Выкидывали сегодня кучу всего, кучу всего. Хорошо уже стало, все чистенько стало. Мне уже все нравится. Эти чулочки. Ой, что хотела сказать, девчонки, я начала аж фильм смотреть вчера. Территория, Андрей Мерзликин, главные роли мои любимые. Вообще я подписана на его инстаграм, на инстаграм его жены. Замечательная жена, по-моему, 4 детей у них. Замечательная семья. Обожаю Мерзликина. Он чем-то мне напоминает моего двоюродного брата с города Ростова и Ярославской области. Не знаю почему. Внешностью. И мне этот фильм советовали. Мне многие писали, посмотрите «Территория», все в вашем стиле. А я что-то забивала. Мне еще советовали месяц назад, когда этот фильм вышел. Я когда забивала «Территория», у меня высвечивалась какая-то фигня там. Вот с этим вот, который говорят, что он самый там симпатичный этот там. Вот такой. Мужчина, ну, симпатичный, ну, такой, все время улыбается, он какой-то фамилия такой. Ну, короче, я его не воспринимаю как актера, вот точно так же, как я люблю Нагиева как ведущего, но Нагиева как актера я не воспринимаю. То есть я не могу смотреть фильмы с участием Нагиева. Вот, и все, для меня он телеведущий, шоумен, но не актер. И я вчера что-то забила, а нет, у меня в рекомендованных высветилась «Территория» с Мерзликиным, первая часть. И все, первая часть месяц назад была выгружена каналом ТНТ, и больше ничего не выгружалось. Забила в гугле, перешла на какой-то бесплатный сайт, смотрела там 5 или до 6 серии дошла, но мне надо было рано вставать сегодня. И я уже и так, уже один глаз слипался. Думаю, мне надо пользоваться случаем, хорошо спать на этом матрасе. Я потом, когда буду менять постельное белье, я переверну матрас, посмотрю. Я думаю, дело не в матрасе, сама по себе спина очень сильно устает, очень большая нагрузка на спину идет. Надо массаж, где-то защемляет. Вот, и короче, что, я на одном дыхании просмотрела, вот это до 6 серии, по-моему, или до 5 я дошла. Вообще, «Территория» с Андреем Мерзликиным. Обалдеть! Вот я Арнгольд Татьяну очень люблю, вот это вот мои прямо Куликова, или как она там, Куличкина Мария. Я очень люблю Климову. Это Екатерину, это прям вот мои одни из самых любимых. Боярскую обожаю, просто обожаю Боярскую я. Ладненько, все, девчули, побежала я в магазин. Девчонки, вот не открывается, мне надо оформлять подписку. А вчера какой-то сайт мне дал все серии бесплатно. Потому что когда мне советовали в Ютубе, посмотрите, и я забивала в Ютубе «Территорию», у меня, блин, какая-то фигня вылазила. Похоже, типа на реалити-шоу. А это, блин, вчера в рекомендациях я в гугле нашла, посмотрела, потом, блин, все ушла в сон, и сейчас не могу найти бесплатно, где можно бесплатно посмотреть. Блин, жалко. Жму, напишется, на 5 серии жму, пишется, что это сам. Офигенный фильм, девочки. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Подписка, подписывайтесь. Платите бабки, пишет мне. Не дают бесплатно зайти. Девочки, не успела с самого начала показать вам рекламу в женских прокладах. Капец, как жалко.